Очень горько сейчас смотреть на братоубийственную войну, которая пожинает все новые и новые плоды ненависти, предательства, насилия. И вся молодежь, все, кто сейчас наблюдают за происходящим в Украине, понимают, что это агония, это истерика шакалов, которым недолго осталось убивать братьев и провоцировать к ненависти, используя различные поводы для этого. Для человека, который имеет свой ум и голову на плечах, не нужен никакой повод для того, чтобы любить свой народ. И ни по какому признаку не отправиться с оружием уничтожать. И я очень переживаю за это разделение и за то, что сейчас люди в Украине, терзаемые безумцами с оружием, с автоматами. И решил написать стих, посвященный людям, которые несут свой крест в городе Славянск. Где мне быть и кем мне стать, чтобы убивать не дать? Братьев заслонить спиной, что поверили в покой. Флаги русские под небом, синь, снега и кровь без брега. Там в Славянске за стеной оголтелых на танкетах молят Бога о защите, верят в Русь и щит на щите. Ощетинились копьем куликовцы, ворох тел, быть изгоями удел. Праздник, как среди чумы, славят царство и удаль. А в Славянске их сыны, обреченные на сталь. Бой неправый, помощь свыше не придет. И не услышит, лишь раздастся взрыв в ночи. Вздрогнут спящие младенцы, пролетит к тебе снаряд. Кто-то, может быть, спасется. Смерти близок вам отряд. Плачет небо в день победы, накануне светлых дней. И злорадно потирает руки мерзкий чародей. Он упился братской кровью, но трапеза все идет. Каждый в сердце, кто герой, здесь забвение найдет.